привет! Я Спайдер, и вы, как вы понимаете, на канале Spider Reviews, и сегодня будет обзор на такой довольно экзотический альбом. Это группа из Парагвая, которая называется Етна Атмасхема, со своим, так сказать, дебютным альбомом 2014 года, который называется Ancestral Manifest of Evil Poison. Вот такое вот злое название, вот такая вот злая обложка с таким вот логотипом. Это релиз японского лейбла Death Trash Armageddon, как я говорил, вышедший в 2014 году. Больше как бы группа ничего не выпустила, поэтому будем вот обозревать его. К сожалению, я не нашел в интернете, где можно скачать, собственно, трек этой группы, поэтому на заднем фоне играет такой грайндкор из Витебска, группа Gold Prick. Но я обязательно скину ссылочки на их, на Bandcamp группы Етна Атмасхема, и вы сможете, собственно, заценить альбом целиком, там он есть. Этот диск я приобрел на барахолке. Покупал я его, еще несколько дисков, как бы, и скажу честно, до этого я эту группу не слышал. То есть, как бы, были какие-то финансы, и хотелось что-то приобрести в коллекцию. То есть, и как бы я его взял в довесок из-за того, что группа с Парагвая, и, как утверждал продавец, играет довольно интересный black metal. И он, как бы, совершенно был прав. Этот альбом мне зашел сразу. Помимо такого довольно качественного злого блэка, здесь можно услышать какие-то кусочки трэш-металла, дэс-металла, но все это как бы базируется именно на такой блэк-метал платформе. То есть все очень классно. Лирика группы посвящена, ну, как вы сами понимаете, всяческим темным делам, всяческим, там даже есть маньяки серийные, всякие убийцы. Ну и по классике черная магия и т.д. и т.п. по списку. Вот, сейчас как бы покажу сей релиз поближе, я не знаю его тираж. Ну, как бы все сделано очень классно. Вот такой вот буклетик с такой вот обложечкой. Честно сказать, не очень понятный, но красивый. Такой логотип, название альбома. Тексты песен, и на заднем фоне музыканты, серьезные парагвайцы, опять же тексты песен, и снова тексты песен, и собственно музыканты. Такой вот задний буклет с кредитами, и вот именно групповое фото музыкантов, сейчас я вам покажу поближе. Классно, реально классно сделано, классический черный трей, то есть без всяких, так сказать, выебонов. Такая вот накаточка тоже довольно простая, как бы все good, мне все нравится. Как я говорил, черный трей без всяких этих, ну и собственно задничек, логотип лейбла, мистические тут символы, логотип группы, трек-лист и всяческая другая полезная информация. Как бы ничуть не жалею, я уже не помню, сколько его купил, но человек распродавал там коллекцию, и он обошелся мне там, по-моему, за какие-то смешные деньги. Вот, а, вспомнил, я покупал его вместе с диском Dark Avenger, по-моему. Вот, наверное, так. Ну, ладно, не важно. Как бы вот такой релиз. Кому интересно, ссылки будут в описании, где его можно послушать. Ну, я думаю, его легко приобрести можно через Bandcamp. Как бы, вот. На этом все. Слушайте металл, покупайте различные интересные, ищите группы. Я вот доволен, если честно, нашел такой вот, можно сказать, злющий бриллиант. На всем, всем пока, металл.